как же украсить свой стол? В этом году не только в одежде, но и на столе должно все сиять. Золотом, серебром, блестками, стеклом. Желательно на стол поставить хрустальную посуду. Но не забывайте, что не только это несет вам удачу и радостные моменты в жизни. Дорогие друзья, обязательно в этом году на столе должна присутствовать деревянная посуда. Хотя бы деревянная ложка. Это все к здоровью. А в этом году на столе обязательно должно быть острое. Но это не имеется в виду ножи, вилки и другие колюще-режущие предметы. Должны быть острые приправы, специи. Если у вас есть блюда острые, это будет как раз то, что нужно на этот год. В новогоднюю ночь на вашем столе должно быть обязательно продолговатое блюдо с вкусными угощениями. Это будет как корабль, который будет плыть по вашей жизни. Как это блюдо стоит на этом столе со всякими угощениями, с изобилием, так и в вашей жизни будет столько же изобилия, как и на вашем столе. В эту новогоднюю волшебную ночь обязательно на столе должна присутствовать рыба. Но если вы рыбу не едите, то хотя бы приготовьте, и пускай она стоит просто на вашем столе. А если вы ее даже на дух не переносите, положите на стол хотя бы ракушку.